21, снижайтесь 3900 футов на Майклима номер 9. Я очень люблю летать в хорошую погоду и думаю, среди пилотов я такой, конечно же, не один. Только представьте, как может здорово выглядеть наша планета с воздуха, если с одной стороны от тебя море, прямо под тобой зеленая местность, блестящая на солнце речушками и озерами, а вдалеке виднеются горы, небо синее, облачка белые. Сложно не залюбоваться, даже если ты уже не одну сотню подобных пейзажей видел в своей жизни. Недавний рейс в Махачкалу наконец подарил мне подобные впечатления. Зимой я уже побывал здесь пару раз, но то темно было, то облачность низкая, да и снега было больше, чем в Москве, пожалуй. Итак, май, утро, Махачкала. Заход на посадку на полосу 14. Perhaps 30, please. Speed 158. Red in check, please. Flip service, red in check, please. Red start stages. Attention, please. In bridge. Arm. Landing gear. Down. Flaps. 30 in green light. Red check is complete. Passat. I see. Thank you.
обратно полетел. По Альфа, да? То есть следующая, последняя, грубо говоря. Стоянку нам не назвал? АДП? Да. Вы стартовал время когда? Ну, ты таймер стартовал когда? Сейчас, когда остановились перед Эрда Альфа. Так, ну, а вот маленькие такие буковки. Ну, чего вообще не увидишь. 5-6. Okay, shut down engine number 2, please. Ether. Confirm number 2. Ether. Седьмая у вас. Master caution. Check. Так, седьмая инсайд. 22-22-ушка и вылез с Минздрава Востока был, и почему не позвонили? Lights off, please. Lights off. Деньги на сим-карте закончили, не позвонили. Давай, топайся, пойдем. Мастер послушает. Down. Так, fuel pumps off. Руки тут от адресат set. Flights. А, паки брейк. Set. Ну, штартер. Скоро. Лазер. Все с вами. Он. Штатчик. Спасибо, работал. 4L4R. Да, ну, дорогие друзья, Эдриконик Пробля. Добро пожаловать в солнечный город Макачкову. Погода будет прекрасная, чудесная. Сейчас будет 16, будет еще выше. Я благодарю за компанию и победа. Желаю всего самого замечательного. До новых встреч и до свидания. Ladies and gentlemen, welcome to Makhachkala. As you can see, there is a fine sunny weather outside with a temperature of about 16 degrees. That will go higher for sure. Thanks for flying with Padina. I wish you all the best. Have a nice time and welcome. Все. Первый сделан. Проводив клиентов, я решил прогуляться, подышать свежим воздухом и заодно осмотреть лайнер перед путешествием в Санкт-Петербург. И какова же была моя радость, когда, выйдя на трап, я услышал знакомые переливы двигателей D-30 КП. В Махачкале приземлился легендарный, не побоюсь этого слова, лайнер Ил-76. Самый улыбающийся самолет в мире.
Конечно же, я не преминул воспользоваться редкой нынче возможностью сделать селфи на фоне птеродактиля. Так за глаза называли этот лайнер некоторые пилоты. С таким вот замечательным настроением я вернулся в самолет, и очень скоро мы стартовали в сторону северной столицы, где нам предстояло отдохнуть, а следующим утром рано-рано отправиться в Москву, чтобы слетать оттуда в Калининград и обратно. Но это уже другие небесные истории. Спасибо за внимание. Летайте безопасно.